Всем доброго времени суток, мои друзья и гости моего канала. И сегодня у меня обед уже. У нас 4 апреля, и он у меня начинается вот так вот. Сейчас я буду с вами делать блинчики, и параллельно болтать мы будем. Здесь я уже положила 2 яичка и соду сразу. Вот обычно я все сразу просто сбрасываю и перемешиваю. Вот сегодня у меня необычные блинчики, у меня и варенец, вот столько, вываливаем его, вот, ой, сейчас капнет, и кефир, вот такой вот, на него, кстати, был у меня обзор на канале, так, и то у меня, короче, так вот. Сегодня необычные у меня, видите, какие блинчики. Такие, кстати, блинчики я еще ни разу не готовила. И, если честно, в этом году я готовлю первый раз блинчики. На масленицу я сидела на диете, не готовила. Вот, а сейчас подумала, думаю, надо приготовить. Как раз так получилось, что остался и кефир, мы слишком долго его пили. Было куча продуктов. Короче, у нас сегодня теплый день. Снега у нас уже нету давно. И народ, соответственно, у нас гуляет. Полно людей гуляют на машине, выезжают. Выехала сейчас семья. Там мама, папа, бабушка, дедушка и 2 ребенка. Мальчика маленьких. Ну, не знаю, лет по 5, наверное. С рюкзаками большими, как будто на природу. Вот так у нас сейчас все выглядит. Там травка. Сейчас травку вам попробую показать. Вот она, травка. Конечно, площадка пустая. Детей не гуляют. И вон еще травка. Вот, вот здесь поближе. Фокусируется что-то. Вот мешает. Вот она, травка. Хотя бы через камеру порадуемся. Хотя, наверное, пока этот ролик выйдет, уже может все закончится. Вот она, травушка, муравушка наша. Одуванчики скоро пойдут. Наверное, уже в мае. В прошлом году мы прям целую полянку одуванчиков с Димой поймали. А на следующий день пришла уже, или через день они все поверили. Ну, вон у нас народ ходит. Сегодня прям ходит конкретно. Некоторые в маске, некоторые без маски. И молодежь ходит, гуляет. Ну, хотя бы, слава богу, хоть детей не вытаскивают хорошо. Хотя нет, он вытаскивает немножко. Представляю, как там на улице. Классно, так хочется на улицу погулять. Походить, так хочется. Трамвай он идет. Ну-ка, ну-ка, пустой. О, человека 4, наверное, сидят. Пустой. И почки уже набухают. Почки, давайте посмотрим, почки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вон они, набухшие. У Димы там, кстати, на балконе, на лоджии каштан. Там уже огромные такие почки, прям большие они. На солнце так блестят классно. Вон там тоже травка. Вот она, травка.
фокусируется. Ну, вот мы с вами травку посмотрели 4 апреля. У нас 4 апреля сейчас. Ролик, конечно, выйдет с гигантским просто опозданием, потому что вроде я сейчас начинаю снимать все только самое интересное, но в итоге у меня прям их очень уйма, очень много, поэтому и больше 10 минут вы особо не смотрите, поэтому приходится их разделять. Если ролик полчаса, его приходится разделять на 3 части, и в итоге это получается 3 дня целых. Тут у меня он. Я стою, вот видите, тут и капуста лежит, морковка, лук. Здесь у меня каша, тут тоже каша, тут сухофрукты, тут картошка, там капуста, капуста. А тут у меня сладкая, тут у меня сухофрукты и тут у меня чай. Тут еще вот коробку тоже с чаем и здесь вот дачная сумка, там в ней тоже всякая перебельда лежит. Вот, а здесь у меня вот так вот. Хочу вот убраться, не знаю, в ближайшее время, наверное, дни. Хочу все это вот это вот убрать. И здесь сделать что-то, какое-то сиденье хочу сделать, чтобы вот это вот окно как раз открывается. Его открыть, и можно было бы сидеть, наслаждаться. Вот, ну тут чемодан, он как бы нужен. Тут мольберт. Не знаю, может быть, его переставлю к себе в комнату. Чемодан нужно куда-то убрать. Вот, короче, не знаю. Пробовал этот чемодан в шкаф положить. Он где-то не суется, большой слишком. Ни туда, ни сюда его, а он нужен. На теплоходе, вот мы когда катались, я этот чемодан брала с собой. Вещей много, везешь. Потом обратно с подарками едешь. Тащить на себе все это очень тяжело. Вроде берешь одежды мало, а все равно сумка тяжелая получается. Проще взять чуть-чуть, но в чемодан, вот везешь его, не так тяжело. Видите? Вот я для себя все приготовила. У меня есть такой вот половничек, которым я, кстати, всегда готовлю. Вот. Тесто наше блинное. Вот, немножко такое. Ну, ладно. Так. Включаем на конфорочке. Дальше. Разогреваем их. У меня две одинаковые сковородки, если вы уже заметили. Мы, вот эту вот сковородку мы с вами забирали относительно недавно. Вот у меня еще там стиральная машинка стирает. И наливаем наше тесто. И потом по краям пускаем маслице. Так. Так, туда теперь. Вот так вот мы с вами жарим блинчики. На двух сковородках все-таки поудобнее. Вот эту, да, я купила, она, смотрите, прям идеально чистая. А теперь я хочу вот эту вот тоже так же вот почистить. Но это, конечно, все очень долго. Я даже не представляю, как можно вот это очистить. Хотя, конечно, есть какое-то средство. У меня была одна сковородка, это кастрюлька эмалированная. Такая маленькая, хорошенькая. Она сгорела. И вот такие вот черные были пятна. Чем я только ее не чистила. Потом купила какое-то средство, мне в магазине посоветовали. Посоветовали в магазине средство. И я, помню, прям залила им. И у меня вот эти вот там пятнышки было, пару пятнышек, что ли, по-моему. И они прям отвалились.
масло отлетело. Я, кстати, люблю жарить в масле. Вот в таком вот конкретном масле. Я помню, как однажды решила угостить свекровь блинами. Приехала свекровь к нам в гости. Это еще было далеко до появления нашего малыша. И я нажарила таких же вот блинов. Ну, у меня такие они, блины немножко толстенькие были. Ну, не тоненькие, прям не тонюсенькие. Такие нормальные были. Обычные блины. Ест, ест их, сидит, ест. А потом мне... В конце говорит, вот блины у тебя толстые, невкусные вроде. Я помню, вот моя мама готовила тонкие. Я помню, говорит, как его в детстве брала вот так вот и трясла. Говорит, и он вот так вот ходуном ходил. Мол, так должны быть ходить блины. И я помню, после этого начала стараться, пытаться приготовить их тоненькими. Это было так, я помню, сложно для меня. Я все время готовила обычные блины, но не толстые они прям были, блины как блины. А с тоненькими это было так сложно. И в какой-то момент недавно я подумала, а что я мучаюсь? Вот как я люблю готовить блины, как и всегда готовлю, так и буду готовиться. А кому-то там угодить, тем более свекрови, это очень-очень сложно. Ей, в принципе, невозможно угодить. В еде особенно. Они любят все пересоленное. А я люблю, у меня в семье так, не солят так много. Я помню, то суп приготовишь суп такой вкусный, с мясом, с курочкой там, по-моему, с мясом, вкусный такой, все. Нальешь, она вроде бы посолит, не понравился. То, помню, мясом угощаешь. Эти купили куриные ножки, там такие большие, там запекла, такие они ароматные, вкусные. Опять не понравилось. Вот. Наша еда не нравится им. Ну, конечно же, ее еда мне тоже не очень нравится. Она всегда пересоленая, всегда либо пережаренная, либо сырая. А вот что-то вот что-то среднего, конечно, ей тяжело этого добиться. Так. У меня, кстати, есть еще сковородки блинные. Блинницы. А я на них не жарю уже. Ну вот они, наши блинчики. Смотрите, какие они классные получились. Такие поджаристые, такие прям... Сейчас я буду их кушать. У меня вот мед стоит, масло. Я ем всегда с маслом. Я, знаете, как делаю? Меня родители все время ругают за это. Говорят, очень много. Ну, короче, кусочек, 1/4 часть такого вот пластиком. Кладу сюда, сюда, сюда и сюда. То есть с 4 сторон. Потом вот так прокладываю мед. Здесь чуть-чуть мед и здесь. И потом вот так заворачиваю. То есть я заворачиваю, у меня получается вот так мед. Короче, я вот так делаю. Всегда так ем. Очень люблю эти блины именно так. Ну, не важно, что там, мед будет или варенье. Всегда ем с большим количеством масла, потому что, ну, это вкусно, блин, это вкусно. Мне родители все время, говорят, мол, много кладешь масла. Ну, бабуля в основном. Много кладешь масла, что же это такое? Ты сейчас растолстеешь, там, та-та-та. И все время вот блины ем, а постоянно все это слушаю. Классно, смотрите. Блинчики прям. Ну все, я пошла кушать. Я уже себе вот тарелку поставила.
Сейчас их положу и буду кушать. Ням-ням-ням-ням-ням. Пожелайте мне приятного аппетита. Вот. А в следующем ролике я вам расскажу, как я училась готовить. Вот. Это будет в следующем ролике. Поэтому ставьте лайк, если вы хотите этот ролик. Чем больше лайков наберется, тем лучше. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.